Снимаюсь в передаче, мы с девчонками делились опытом и методами воспитания детей, и дошла очередь до меня. Я говорю, ну у меня вот это, одно из главных и важных, это образование. Неважно, высшее, среднеспециальное, ремесло. Главное, чтобы мы могли дать какую-то профессию, как инструмент зарабатывать деньги своим детям. Ну да, я согласна, что, может быть, будет все по-другому и все остальное, но на данный момент я озвучила свои мысли. Ни больше, ни меньше, все. На что я, знаете, такое пренебрежительное такое вот... Ой, Офелия, ты настолько отстала от жизни, просто люди твоего поколения, мы на 3 минуты отстаем друг от друга, ну ладно, люди твоего поколения не понимают, интернет это будущее, там можно вообще не учиться, либо учиться в интернете, серьезно, в академии Википедия и кандидатский минимум сдавать в Ютубе, ну окей, пусть ваши дети учатся там, а я искренне надеюсь, что мы пойдем другим путем. Я говорю, вы понимаете, что интернет сегодня есть, пройдет полгода или 10 лет, все это закончится, и что? И кто будет пилить ногти, строить мосты, удалять зубы, я не знаю, но как бы вот эти вот вещи, они должны быть, надо учиться. Я говорю, они говорят, нет, просто ты старая, ты ничего не понимаешь и глупая, и даже психолог мне сказал, Офелия, вы прекрасная мама, но вам, конечно, лучше отступить от традиций и наслаждаться жизнью. Короче, прошло 5 месяцев. Листаю я ленту, я не вижу никого, никто не танцует, никто не жрет, вроде и интернет есть, и продукты не закончились, и музыка есть, да? А неуместно, правда? Поэтому скажу вам так, ну, исключительно от лица своего поколения, мыслящего так же, как и я, отталкиваясь от практического опыта и с высоты прожитых лет, хочу поделиться с вами лайфхаком. Чтобы быть... блогером, да, для этого не надо учиться, не обязательно, точнее, учиться. Но кайфово, когда твоя трудовая книжка находится в надежных руках кадровички. Ну, а вечером ты, конечно, можешь прийти либо пожрать, либо вот это, я бы наебать тебя и все такое.